Трудно сказать, сколько живет иммигрантов в России, но где-то порядка 10 миллионов, я думаю. Это в основном приезжие из Центральной Азии. И самое страшное, даже то, что с ними происходит, может быть, их обвиняют в преступлениях, которые они не совершали. Какая у нас сейчас на самом деле ксенофобия, как она растет, к сожалению, в обществе и в первую очередь среди молодежи. Конечно, отношение к этим приезжим скверное. Например, у нас несколько таких дел, дел клонов, можно сказать. Вот эта самая молодежь, экстремистски настроенная, избивает узбеков, например. И что происходит дальше? Появляется милиция, и вместо того, чтобы защитить избиваемых, она присоединяется к агрессорам. И следователь на живую нитку сшивает уголовное дело против этих избитых, получивших травму сначала от этих ребят, а потом в милиции. Сотрясение мозга тяжелое, перелом ключицы, перелом ребер. Там очень серьезные были повреждения. И в той миграции трудовой, которая оказывается здесь, в России, конечно, большая доля тоже вынужденных мигрантов, потому что люди приезжают не просто поработать в другую страну, они приезжают потому, что в их стране они не могут прокормить свои семьи. И они вынуждены мириться с тем, что им не выплачивают зарплату, с тем, что их часто бьют, тем, что их милиция останавливает на каждом углу и грабит.